насколько собака адекватная. Дай, дай. Косточку отдал. На. Американский бульдог. Монстр. Монстр. Сколько ему? 7 месяцев. 7 дай, месяцев. Дай. Команда «Дай» отдал любимую косточку без всяких проблем. Не бери его, он не зарится. Дай. Команда «Дай» отдай. Бедный, так у него желудочный сок вырабатывается. Кушай, солнышко. Очень хорошая, адекватная порода. Собаки управляемые. Чудные. Вот. Кушают любимую уже косточку. Потому что косточка для них это самое-самое. Хозяйка спокойно гладит и без всякой реакции. Отдает спокойно, они жадные. Умница. Ну что он такой? Скажи, а косточка просто тает. Косточка просто тает. Это что за косточка такая? Это копытце сухое. А он справляется с копытцем? Да. Разбирает на такие косточки. Вот умничка. Вот умница. Да, действительно копытца. Но он не все съедает, да? Оставляет чуть-чуть? Ну, он кости вот эти оставляет. Он съедает вот эти вот все связочки. И оставляет. То есть ему не жадно, не хватает ничего. Ну, скажи, кормить надо как следует. Че ему быть жадным? Он не канубу кушает. Че ему быть жадным? Работящий такой, мощная такая челюсть у него огромная, это щенок еще. Скажи, а хозяев любит управляемая собака? Скажи, что это у тебя?